Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Накопите силы и терпение, и отправьтесь в те места, о которых мечтали. Телец. В любви будет наблюдаться не слишком оптимистичная погода. Близнецы. Заманчивые перспективы лучше всего подвергнуть проверке. Рак. Здоровье будет ослаблено, избегайте волнений и слез. Лев. Для любви и романтического тумана день не очень успешен. Дева. Помощь понадобится тем самым людям, которые обычно вам дают советы. Весы. Не дайте никому сломать основу ваших жизненных установок. Скорпион. Не стройте золотых песочных замков на подмостках ваших мечтаний. Стрелец. В этот день даже не думайте ни о каких глобальных и масштабных действиях. Козерог. Это утро будет полностью загружено работой, не будет ни минуты свободного времени. Водолей. Если вы настроились на тяжелые ситуации, тогда все пойдет гладко. Рыбы. Душевные порывы и высокие романтические отношения будут преследовать вас весь день. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!